Лол. Видение тут гибрид. Все ушли. Или погибли. Я опасаюсь худшего. Наш. Вот это. С этим покончено. Клобук ученика. Как много интересных вещей, и хочется что-то поинтереснее взять. Матерь Альстера. Это амулет моей матери. Наверняка. Но почему он не сломан? Откуда он у тебя? Нашла где-то по дороге. Зачем тогда ты отдаешь его мне? На замке редко. Замки Рэдклифф я наш. А откуда я помню, где наш? О, да. Это искусная реконструкция, но... Это не тот амулет. Все равно спасибо. Вдохновлен. Знаешь, может сейчас не самое подходящее время для таких разговоров, но мне надо тебя кое о чем попросить. Очень вероятно, что скоро мы отправимся в Денерим. Тогда мы могли бы там кое-кого навестить. Ну, не то чтобы друзья. Это вообще совсем другое. Дело в том, что у меня есть сестра. Я ведь рассказывал о своей матери. Она служила в замке Рэдклифф, и у нее была дочь. Только я об этом раньше не знал. Думаю, и она не знала о моем существовании. В конце концов, мое появление на свет всячески скрывалось. Но после того, как я стал серым стражем, я провел кое-какие изыскания и... В общем, узнал, что моя сестра жива. И живет она здесь, в Денериме. Нет. Подумывал о том, чтобы написать, но так и не написал. А потом нас вызвали в Астагар, и уже было поздно. Она единственная моя родня... Я имею в виду единственное, кто никак не связан с королевским семейством. Я просто подумал, что, быть может, настала пора ее навестить. Нам грозит мор и все такое, так что я понятия не имею, выпадет ли другой случай с ней повидаться. Может, я ей чем-нибудь помогу, предупрежу об опасности, не знаю. Не знаю. Мне о ней ничего не известно, кроме имени и места жительства. Ее зовут Галданна, и я думаю, что она снова вышла замуж, но живет по-прежнему рядом с Эльфинажем. Если мы окажемся в тех местах, то, в общем, стоило бы к ней заглянуть. Окей. Заглянем. Оу. Так, прокачаем. Так, оборотень, обличие медведя. Оборотень прощает медведя. Мне это больше нравится. Руки заклинателей спускают конус плани. Мне хочет хил пролить. Вот, лечение. Знаете, чудесное утяни, затягивает раны. Я думаю, давно пора изучить лечение ей. Вот, а то у меня нет мага, который умеет лечить. Теперь у меня он есть. Мага всегда приятно. Легко промок, что ли, портрет мужчины, вообще. Здрасте, жалко мне главе. Странный подарок. Кому бы его подарить? Это клобук ученика.
Матерчатый шлем. Это вообще не нужная вещь. Так, ну ладно. Всё, хватит. Так понимаю, нам придется идти через дверь. Да, все мертвые, что-то мне сильно это пугает. Было нечто. Деньги. Так, ну, какие дела? Так, ну вот, денежек наскребли. Куда мне этот клобук? Он был обманом, вовлечен в частичный ритуал. Неконтролируемое любопытство этого несчастного ученика превратилось в жадность. Ой. Да? Ты о чем-то хочешь поговорить? Если нет, то нам следует поторопиться. Ну, ну. Время не ждет. Так. Ах, это долгая история. Все началось, когда я вернулась из... Все началось, когда я вернулась из Потастагара. Я была в той злосчастной битве и выжила чудом. Я была не в состоянии отправляться в путь, а потому осталась при Астагаре, чтобы набраться сил и помочь раненым. Ульдред, наоборот, почти сразу выехал в башню. Когда я наконец вернулась сюда, то обнаружила, что Ульдред почти убедил Круг поддержать Лагейна, того, кто едва не погубил всех нас. Правда, мне трудно винить Круг. Ульдред приводил весьма убедительные доводы, да и откуда им было знать, что произошло при Астагаре. Союз с Лагейном принес бы пользу Кругу. По словам Ульдреда, Лагейн, придя к власти, приказал бы церкви дать нам больше свободы. Что ж, я рассказала первому чародею Ирвингу о том, что совершил Лагейн при Астагаре, и разоблачила его как изменника и негодяя. Ирвинг сказал, что он этим займется. Он созвал собрание, чтобы утихомирить Ульдреда, но, видимо, что-то пошло не так. Я как раз вышла из своих комнат, когда услыхала пронзительные крики. Они доносились из зала собраний, и очень скоро я увидела первого одержимого, который гнался за магом. Дальше стало еще хуже. Случилось с Ирвингом? Не знаю. Блин. Вначале я нашла Петру, и мы пытались с боем пробиться к залу собраний, но наткнулись на Ирвинга. Он сражался с одержимым чудовищем и крикнул мне, чтобы я вывела как можно больше народу в безопасное место. Мне пришлось подчиниться. Больше
Я Ирвинга не видел. Может, он вообще еще... Он может быть мертв, да. Я не желаю в это верить. Если кто и мог уцелеть в этом хаосе, так это именно он. Ладно, тогда вперед. Поехали. Просто во время сражений как-то узнают это все. Блин, странно. Блин, закончила. Вообще, еще больше нравится игра. Ау, ловушка, твою же мать. Мне нравится игра еще больше. Так. Здорово, сюжет такой. Мне она уже понравится Mass Effect, может быть. Зря я в него не играл тогда. Что-то задумала? Тебе же горишь, что ты очень красивый. Разумеется, когда просили о какой-нибудь услуге. Ну, это было еще в Денериме, и эти женщины были не такими, как ты. Что? Уж не хочешь ты этим сказать, что и сама считаешь меня красивым? Знаешь, красив. Я понял. Я сниму с них печать. И теперь я должен возвратить тебе комплимент? Мило. Хорошо, я об этом подумаю. И очень скоро. Заигрывает за Алистер, господи, да, народ. Вот так вот. Ну давайте ловкость увидеть. И вот так сделаем. Хитрость тоже нужна, но мне ее так много. Это, кстати, полезно, наверное. Тут много очень интересного. О, изготовление ловушек, кстати, хорошая вещь. Особенно для разбойника, все так говорят. Я читал немного информации, как правильно играть Dragon Age, потому что, блин, ну, хотел узнать. Вот. Да, телевизионно подлый разбойник наносит удар в самое звездное место. Таким образом. Вкусный бой с оружием в каждой руке. Стрельба из лука. Зачем мне она? Ну чё, давайте я попробую вот это. Дар милосердия. Вот. Ну, вроде... Ну... Приближаются.
сражается храбро. Шлем храмовника. Это он был герой. Ладно. О, сохранение. Мило. Вау, одержимый. Главный. Главный, нет? Не, его тяжело. Вот тут легко не осталось. Когда маг появился с лечением, он просто слишком не достал. Прокачиваешься и... Блин, хочется что-то убрать, а что не знаю. Руна. А, это оружие. И давай-ка я. Урон от огня. Из лириума. Что, пробуем? Как его улучшать? Как применять руны? Расхорошить. Делай кольчуга. Разобраться в этом всем так тяжело. Инвентарь у меня не пустой, если к тому же. Да, с этой реально безображно. Идем в четвертый этаж. Это мне уже здесь страшновато. Страшновато еще больше и больше. Не заметь для себя, я уже потратил 2 часа. Чудовищно. Надо это прекратить. Делай. Сделано. Здравствуйте. Ёпа, что здесь происходит? Пора уже.
Колдованный храмовник. Все именно так, как ты и хотел. Мой рыцарь, наша любовь, наша семья прекрасней, чем самых смелых. Милая, ты что-нибудь слышала? Ничего, да. Ё-моё. Просто дверь скрипнула. Пойду гляну, кто там пришел. Дети уже поужинали. Уложи их в постель, а я погляжу, кто там. Только недолго. Дети захотят поцеловать тебя перед сном. Что здесь происходит? Сию минуту вернусь, мой милый. Ты прервала нас в самый неподходящий момент, а я терпеть не могу, когда меня прерывают. Счастье всегда завораживает. Во всех смертных радостях таится некая сила. Я дала ему то, чего он хотел. В этом нет вреда. Ты обманываешь ее. Слышишь, это настоящий вред. Всякое чувство иллюзорно. Его нельзя увидеть, нельзя потрогать. Но всякое чувство порождено реальным миром, реальными людьми и событиями. Вот то, что так-то. Ты сотворила с ним, отвратительно. Я видела его одиночество и тоску по нежно любящей семье. Оказывается, можно исполнить все свои желания и между тем ужасно страдать. Вот урок всем, кто помышляет о браке. Сколько еще ты будешь держать его в оцепенении? Поймет ли он, когда силы его окончательно иссякнут и настанет смертный час? Краткий миг, исполненный блаженства, предпочтительнее, чем долгие годы страданий. Не станет того, чтобы взять своих сетей. Какое счастье! Он жил одиноко и бессмысленно, ненавидя свои церковные обеты. Хочешь вернуть его к этой жизни? Мне ничего не нужно от вас. У меня есть все, чего я хочу. Я прошу только об одном. Оставьте нас в покое. Что будет с вами, если оставлю вас? Может быть, мы сумеем бежать, а может быть и нет. Ступай с ним, как пожелаешь. Опас. Благодарю тебя. Если, конечно, моя благодарность для тебя что-то значит. Больше ты нас не увидишь. Пойдем, милый. Пойдем погуляем. Дети хотят, чтобы ты показал им звезды. Страшно это. Но... да. Правильно ли я сделал? Это сложно. Мне... Ебать. Да. Враги приближаются. Ладно. Убьем дальше. Мне нравится мне этот выбор. Тяжело. Я все-таки аптечку выйду. Так, так. Так, ладно. Ничего интересного, наверное. Сколько здесь, я имею в виду, вещей неинтересных. Вот я чё. Это капец какой. Ой. О, привет. Глядите-ка, гости. Угу. Я
Я бы вас развлек, но это требует столько усилий. Он просто отдыхает. Бедняжка так устал, так устал. Так устал. Ты тоже хочешь присоединиться к нам? Неужели вам не хочется просто лечь, забыть обо всем, оставить все позади? Не могу. Глаза слипаются. Кто-нибудь ущипните меня. Что с тобой? Какая нелепость. Не стану же я спать на полу, залитым кровью. Сопротивляйся. Держись, иначе мы все погибнем. Зачем тебе сражаться? Ты достойна большего. Ну, ты же. Ты заслужила отдых. Ой, оригинально. Ой-ой-ой. От меня заговаривают. Что случилось-то? Вау, заблудившийся сна. Ё-май. А, вот и ты. Надеюсь, я тебе не помешал. Нет, не помешал. Ты уже довольно долго в Эйсхаупте. Нравится тебе здесь? Моральная давка. Мне надо просто сопротивляться моральной давке. Все так, как и должно быть. Мы уничтожили порождение тьмы. И на земле воцарился мир. Это был великий триумф. Мы низвергли архидемона и сожгли все подземные логовы. Это невозможно. Да. Серые стражи станут хранителями истории. Мы будем рассказывать предания и петь песни о давних опасных временах, чтобы люди радовались, зная, что все это уже в прошлом. Когда мне стало все это надо? Дункан, которого ты знаешь, был выкован в горниле войны. Теперь, во времена мира... Я стал другим. Я научился смирению. Тебя смирение. Глупое дитя. Я столько дал тебе, а ты отвергаешь мой дар. Неужели тебя не устраивает мир, который я предлагаю? Ты предлагаешь с ним, мир. А тебе, похоже, нужны только война и смерть. Да будет так. Вот тебе война. И порождение тьмы, и пусть они принесут тебе гибель. Очень оригинально. Враги приближаются. Будет сделано. Что-то больно странное сон, да? Отлично. Ох, лол. Что за фигня происходит, а? Поблажек
Что происходит? Ты типа снов? Что-то я ничего не понимаю. Типа я двигаюсь по сну. Ты это придумала? Кто ты? Откуда ты взялась? Ты демон? Нет, ты не демон, я вижу. Ты такая же, как я. Молодцы мы, что выбрались из ловушки. Со своими спутниками. Ты была не одна? Да, твои спутники, наверное, бродят где-то здесь. Демон всех, кто сюда входит, ловит в западню фантазий. Думает, они не смогут или не захотят выбраться. Я тоже полагал, что смог освободиться. Но уже целую вечность брожу в этой серой пустоте. Ну даже, просто контролирует. Да. Меня зовут Ниал. Я хотел спасти круг, а наткнулся на демона праздности. Полагаю, с тобой случилось то же самое. Первый раз в жизни я попытался стать героем и угодил в сети праздности. Смешно, правда? Нет, отсюда нет выхода. Кажется, что есть, но это заблуждение. Видишь вон тот пьедестал? Я изучил руны на нем. Они обозначают разные острова в царстве демона праздности. Сам демон находится на среднем острове, но туда не попасть. 5 островов вокруг образуют защитное ограждение. Когда я это понял, решил, что смогу выбраться. Зашел на каждый остров по очереди, но надежды пошли прахом. Все время что-то мешает. Видишь тропу, но не можешь до нее добраться. И она дразнит тебя, манит и сводит с ума. Не знаю. Здесь много кто потерялся. Ты вполне можешь отыскать их на островах, если тебе повезет. Трава. Я немного знаю. По-моему, демон праздности поместил на каждом из островов демона поменьше. Я их видел. Они принимают самые разные обличия. Но это все демоны. Их надо победить. Иначе до демона праздности не добраться. Но сначала надо подойти к этим мелким демонам. А я... Я не смог. Ясно. Мне было слишком страшно. Да, препятствия и кошмары. Огненная река перед самым выходом. Или дверь. В замочную скважину видно, что за ней свобода, а ключа нет. Я как-то обнаружил ход шириной меньше ладони, и по нему туда-сюда бегала мышь. Безмозглая тварь удрала, прежде чем я успел ее расспросить. Потому что здесь почти все спящие. Ну, наверное, кроме духов и демонов. И всякому спящему может быть ведомо то, чего не знают другие. Эта мышь могла рассказать мне, куда ведет тот узкий коридор, или как туда попасть. И даже, как мне стать таким же крохотным и пробежать по этому коридору. А если можно уменьшиться и пройти по одной тропе, наверняка есть способы преодолеть остальные. Немногое. Мы с ним, знаешь ли, не близкие друзья. У демонов есть иерархия. Интересно. Они играют в собственные игры. И смертные в них служат пешками, а иногда и козырными картами. Демон, который держит нас тут, скорее всего, правит всем участком тени. Он нас легко не выпустит, если вообще выпустит. Это убить демона. Да-да, иди. Спасай мир. Тогда не обращай на меня внимания. Что вообще за фигня происходит? Ну да, так.
Вот. Маг поменял, сказал, что я стержень. Эй. Не то нажал. А, блин. Ну, короче. Морис, где-то в тени. Нет, где-то в тени. То есть это правда? Очень оригинально. То есть мы же бродились в психологическом арене. Храни, создатель! Отлично. Слишком велики. Спасибо, но слишком поздно. Убей Вену, Демонессу, что тут заправляет. Она защищает своего господина. Демона праздности. Это дверь. Дверь, видимая только демонам. А ключ, наверное, в ином мире. Возьмите мою силу. Спасите остальных пленников кошмаров. Убейте демонов, что охраняют демона праздности. Возьмите мою. Вау, теневое обличье. Значок теневого обличья, тоже левый нижний. Левая верхняя часть. Правда. Мышь. Я мышь. Весело. Мышиная нора. Ха, оригинальный передумал. Ой. Прямо они странчились какая-то. Как скажешь. Дорога зависит. Ну, ничего не понимаю, покажется. Никого не весело. А, вон островки такие. Отлично. Как скажешь. Вот сейчас будет бой. Скорее, надо драться. Так, вылечись.
Нет, не может. О, придется аптечку есть. Блин, я тут заблужусь. Что-то случилось, да? Ты выглядишь иначе. В чем дело? Мыши. Правда? И это помогло? Помню, я видел маленькие щели. Тебе удалось через них пробраться? Я не знаю. Ты гораздо храбрее, чем я. Я был уверен, что отсюда невозможно выбраться. Ты научишься принимать другие формы, как думаешь? Может, сумеешь попасть в места, которые были недоступны? Может, сумею. Первосозданный тень. Вернусь он храмовника. Возрожденные маги. Служение при рождении тьмы. Господи. Что за треугольник снов? Куда меня вниз к ним? Я ничего не понимаю. Да, забавно сделали, однако. Более интересно, своеобразно. Ничего сложного, но... Своеобразно. Объем сок. Так, ну... Я ходил. Так, что здесь делать? Что на нора, а? Там еще машина нора. И еще машина нора. Значит. Ой. Да. Рождение тьмы нас почуяли. Так, сейчас. И вперед. А, не могу достать я. А тут, я думаю, говорить-то нечего. Ой, лол. Ну что, лол?
я умереть умудрился. Оригинально. Попал раз и демон произостал. Конечно, хоть и описание мне помогло разобраться, чё, к чему. У меня племя. Я пленник. Тут стоп, тут есть дверь. Знаете, что лучше сделать? Сейчас я перезапущу. Ё-моё, я играю уже много в неё. Заманила. Вот все. Так, ну поехали. Смотри. Слотов тут очень мало, между прочим. Немного обидно за это. Вот, кстати, тут есть карта. И довольно полезная. Умер-то я по ошибке. Ну ничего себе. Как много я... Тяжело сражаться. Все, сэр, так быстро. Съедет. Если уж мы должны драться, не будем с этим затягивать.
Чуть не сдохнуть. Ну ты на него посрал, да? Так, и что у нас получается? Где я вообще? Боже, я еще в какой-то пол. Да ё-моё. Где я с тобой сражаться? Еще аптечки надо сохранить. Мне еще надо спасти своих друзей, блин, это капец. Тут лабиринт какой-то придумали. Нет, я не могу. Не, ну правда. Да, да. Тихо, тихо. Они меня здесь не найдут. Они меня здесь не найдут. Порождение тьмы. Не шевелись. Они услышат. Живите в огонь. Как много урона наносите, капец. Куда они оглушены, ты что? О, спасибо, чувак. Вот глупые. Они умерли. Ты. Это ты сделала. Ты убила их. Но не всех. Их предводители за непробиваемой дверью. Я даю тебе свою мудрость. Она поможет тебе увидеть. А теперь я просыпаюсь. О-о-о. Получилось, смотрите-ка. Серьезно, что ли? Я попал туда, куда надо? О, да мне очень повезло. Ну, теперь куда поедем? Мне уже здесь не нравится. Не нравится мне здесь. Святых. Может, можно сон храмовника. Что же это за сон такой? Может, я уже в нем был?
Дух становится источником к магии, а не уязвим физическому. Ой, блин. Не могу привыкнуть к управлению, блин. Облики духа, вы. Что там можно? Видите, то, что обычно закрыто. Ага, вкладка стены. Отлично. Дух какой-то медленный. Оу. Ой, ты что делаешь? Надо уже хранить все мои настойки. Терять их. Теневой портал меня привел к началу. Опять сюда. Тут нет выхода. Да, пойдем. Да. Я здесь уже был. Ах, ловушка. Да, ловушка просто круто. Крутая. Вот это мне уже нравится. Ау, нифига себе ты. Ё-моё, дай мне жить-то. Это дай. Встать. Господи, он не дает мне жить. Капец. Ёлы-палы, что это за говно? Капец. Оф. Что это за бред этим сыном? Клиенты тени во сне наяву. Как он его идет, я же говорю. Блин, печально. Так тут ничего хорошего не происходит. Да. Как скажешь. Чёрт. Всё, убил. Начали. Thank you.
Ой, две банки просрал. Отпусти меня. Капец, не огр. Что ж с ним делать-то? Я что-то не догоняю. Может, правда что-то не догоняю? Может, не пойти стать в другое место? Я так понимаю, мне все придется. Горящая башня вот. А это что? Интересно. А, горящая башня. Очень интересно. Что это за место? Что делать в этой горящей башне? Я ж цитал говорю. Кровопролитие ничего славного нет. Вот. 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 Блин, у меня жизни очень мало. Точнее, у меня уже осталось клянок мало. И убью-то. Все. Готов. Лол. Что за фигня? А вот.
лица войти слишком легкие. Не сберусь собак. Урон-то они в целом наносят небольшой. В целом этот урон, да? Придется пить, я не могу. Столько капец. Блин, обидно. Столько потерял склянок. Подлечимся. Да, что-то вообще страшно, ужасно. Отлично. Собак легко убивает. Вот. Сохранение. Ох, 10. А, тихо. Нет, я не могу этого сделать. Надо владеть гневом. Быстрее ж демон полетит. Я еще пустую кучу склянок просрал. Просто потому что не нравится. Никаких поблажек врагу. Скорее, надо драться. Как скажешь. Да. У меня есть склянки-то говнистые остались. Уже. Сейчас ты погибнешь. Гнев спадает. Я свободен. Возьми силу Рагоса,
Примени ее и сожги его. Сожги их всех. Он охраняет демона праздности, преграждает путь к нему. Тебе надо разрушить дверь. Другие спящие, другие силы. Единственный путь. Окей. Так, теперь-то куда нам прыгать? Так понимаю, это и есть 5 островов. Поехали в разрозненные маги. Одно меня не расстраивает то, что у меня жизни мало, и я не знаю, что делать с этим. А остальное как-то. Я угрохал 20 аптечек или сколько? Десяток аптечек. Что я могу сделать? Так это... Я ничего не могу сделать, народ. Могу... Повесь на себя хороший шлем. Если можно. У меня есть очень хороший шлем. Не латы. У меня не латы. Да, потому что требуется 38 сил. Давайте я одену шлем. Куда лучше? Вот немного, да лучше, наверное. Разрозненные маги. Где я? Я не знаю. Что я делаю даже? Я могу использовать дополнительные облики. Облики огненного создания несуличимы к огню. Прямо сквозь клайма. Мне кажется, это более необходимая мне способность на данный момент. Сделаем так. Ибо здесь все горит. Я сохраню ее как новую. Потому что я первый раз сохранить не хочу сохранить, вдруг у меня что-то не пойдет. Видимо, мне сюда нельзя еще. Я так понимаю, мне надо то самое. Не, я подох. Хорошо, в этом нет. Я уже устал играть Dragon Age. И так мне 3 часа провел. Нехило так, скажу вам. Там уже понятия не имеем. А, что здесь делать? Ой. Так. Это доело уже.
Давайте я выйду. Я сохранил игру. Так что. Ну, на сегодня все, да. Я уже устал, на самом деле. Устал. С вами был Сливерсворд. Подписываемся на канал. Спасибо, что смотрели. Завтра много новых интересных игр. Так что всем пока. До завтра. До завтра.